Союза. Мы проходим по улицам, названным в их честь, и будем помнить их всегда. Слово предоставляется внучке героя Советского Союза Леонтия Арсеньевича Черемнова Ирине Владимировне Черемновой. Мы сегодня также окунемся в атмосферу того времени, когда миллионы Красиловых, миллионы Черемновых, миллионы Герасименко защищали нашу родину от фашистов. Это прям нужно прожить. Погружение полное такое. Земля снегом и лебединых облаков, земля березных закатов, с печалью светлой молча смотрят на меня в России. Спасибо большое. Погода такая вообще шикарная. Всех вас с хорошим настроением. Почему все-таки в Авраам взяли? Ой, тут философский вопрос. Мы как раз-таки и показываем легион Франции, который тоже воевал на территории Советского Союза в свое время. Это оккупанты. И мы показываем ту злобную машину, которая пришла топтать нашу землю. Когда мы в свое время, все состав клубов в свое время занимались именно реконструкцией рабочей крестьянской Красной Армии, мы сделали еще один вывод, что показать противостоящую сторону в том плане, что она такая зловещая, что она такая сильная, у нее немецкий этот орден, есть орден, который наши предки могли сломать. И мы хотели показать, и нам это получается, скорее всего, показать ту злобность вот той стороны, которая была действительно пересилена подвигом наших. Кантыла, который своим самоотверженным трудом, беззаветным, помогали фронту и все делали для победы. Понарошки можно закрывать, совершать подвиг? Также хочется можно низкий совершать поклон перед всеми погибшими, кто... На воевал камеру, на и показуху. Отдал свои жизни а за независимость происходит? И честь нашей можно Родины. Понарошку подвиг можно? Конечно. Большое спасибо от семьи Красиловых. Букет, огромное спасибо администрации букет. Города за то, подвиг. Что организовали подвиг такое крупное масштабное мероприятие, которое необходимо нашему городу для того, чтобы проносить священную память о погибших наших земляках. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане!
граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, что солдат без объявления войны с кровавых германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы полегли во многих местах и подвергли бомбардировке города и Гомер, Киев, Севастополь. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. М-м-м-м.